Здравствуйте! Вы знаете, что такое харассмент? Харассмент – это любые неприемлемые действия или угрозы таковых, которые унижают человека, нарушают личные границы, наносят вред. Харассмент относится к проявлениям насилия, которые чаще всего направлены на женщин. Например, нежелательные прикосновения, непристойные замечания или шутки, преследование или приставание, угрозы или шантаж, сексуальные домогательства и так далее. Это может произойти где угодно – на работе, на улице, в заведении, такси или интернете. В Кыргызстане каждая четвертая женщина подвергалась сексуальным домогательствам на рабочем месте. Важно осознать, что вы не виноваты. Вина всегда на агрессоре. Обозначайте личные границы. Если вам неприятно поведение человека, надо это сразу озвучить. Собирайте доказательства – видео или аудиозаписи, скриншоты переписки. Найдите свидетелей, заручитесь поддержкой близких и не бойтесь просить о помощи. Подвергались ли вы харассменту? Оставьте свой комментарий.